Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради від фракції Опозиційний Блок. І говоримо сьогодні на теми газової ціни, субсидій і підготовки області до зими. Микола Григорович, я вас вітаю. Вітаю у вас і телеглядачів. Отже, газова тема у нас зараз ключова. Для глядачів нагадаю, що з 2017 року, з липня, тривають переговори з Міжнародним валютним фондом про підвищення, не підвищення ціни на газ. МВФ визначає. саме цю тему як ключову для того, щоб давати чи не давати Україні черговий фінансовий транш допомоги. І В МВФ говорять про те, що ціна на газ для населення в Україні має дорівнювати ціні для імпортерів. За різними оцінками, таке підвищення може сягнути від 30 до 60 відсотків. у зв'язку зі зростанням ціни на міжнародних ринках. Ну це взагалі, мабуть, страшні цифри. Прокоментуйте, але поки що це рішення про тарифи призупинене, я так зрозуміла, кабміном ще на місяць. От прокоментуйте цю ситуацію паралельно з цим, зразу якою ціна на газ є зараз для промисловості, якою вона стане після підвищення. И что это будет означать ну, взагалі для всех нас? Вы знаете, вот сегодняшняя власть, я общаюсь с населением, вот они спрашивают, действует, складывается такое впечатление, что они действуют по принципу после нас хоть трава не расти, после нас хоть потоп. Вот за последние 4,5 года подняли цену на природный газ для населения фактически в 7 раз. Все остальные жилищно-коммунальные услуги подняли в 3-5 раз. Подняли в 3-4 раза цены на продукты питания основные. Возьмем мясо, говядина, свинина. Подняли цены на товары первой необходимости. Ну и все остальное, в том числе обесценили доходы и сбережения людей. Фактически, по данных ООН, более 60% населения Украины находится сегодня за чертой бедности. На сегодня цифры долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги. Они становят 40 миллиардов гривен. Ну, если же мы поднимем цену на природный газ, а это, автомат... Нет, не это автоматически за собой потянет поднятие цены на тепло, на горячую воду, на электроэнергию. Ну и, скажем так, это будет новый виток инфляции. Потому что цена порождает новый виток инфляции. И потому, ну я не знаю, если сегодняшняя власть все-таки пойдет на очередное поднятие цены на природный газ, это, знаете, такая будет жирная, жирная точка в политическом будущем этого правящего режима, который на протяжении последних четырех с половиной лет проводит тарифный, социальный гидоцид населения, просто выкачивает с населения через экономически необоснованные тарифы последние деньги. Угу. Ну, у нас и так нищее население, куда еще ему поднимать цены? Теперь дальше. Ведь важно, нам рассказывают там ройсман и все остальные с этой, скажем так, шайки, что они же несколько раз даже в этом году, что цена на газ для населения подниматься не будет. Ну иди же ваши цену вашим словам. Сегодня он заявляет, что поднятие цены на газ это будет счастье, будущее Украины, развитие, люди будут лучше жить. Но ну, мы видим, как от поднятия на, э, цены на жилищно-коммунальные услуги люди стали жить лучше за последнее время. И тут же нужно брать, вот они рассказывают, применяют там э, формулы Дюссельдорф плюс по газу, Роттердам плюс. Надо же брать соотношение расходов на жилищно-коммунальные услуги и доходов населения. Так вот, если взять все страны Европы и соседи наши, то Украина, население Украины, это опять же средняя цифра около 40%, 40 своих доходов семьи тратят на жилищно-коммунальные услуги. И мы в первом ряду всего да, рейтинг. в первом ряду. То есть, другие страны меньше. Для взять от, даже там, Литва, только 12%. Ну, я не беру там, Британию, Францию, там вообще 3-6%. Не надо рассказывать про то, что там, в Европе газ чуть дороже жилищно-коммунальные услуги, чем в Украине. Ви зберіть комплекс. І назвіть ще рівень зарплати. От прочитайте для глядачів, щоб було зрозуміліше. Порівняти. Вот, От 220 я бачу. 220 євро це средняя зарплата. Це в Україні. Средняя. Але это це середня. Чиновники, да. которые отримують пол і люди, які отримують полтори тисячі. От воно в середньому виходить mm -hmm. 220 євро. І виходить остаток людям на життя – 132 євро. Но тут же берем сразу следующую табличку, а цифры вещь такая упрямая и неоспоримая. Пусть чиновники э, государственной власти сюда придут и спростуют эти цифры. Вот статистика. Вытраты, Вытраты семейного. семейного бюджета на продукты харчевания. Украина тратит 50,2% на продукты питания. То есть что у нас выходит? 40% мы тратим на жилищно-коммунальные услуги. Больше 50 на продукты питания, остается 10 на лекарства, на, там, на школу и на все остальное. Но ну, это же людям не хватит. Поэтому, тут я, я не знаю, чем эта власть думает, ну вы просто, или она политический самоубийца, потому что, ну какой вам нормальный человек скажет, полгода до выборов, они поднимают цены. Ну какой дурак за них будет голосовать, скажите. Это же ну, понятно всем. Или второй вариант. Может, заокеанские кураторы гарантируют, что не важно, как там украинцы проголосуют, останетесь при власти, будете дальше делать то, что делаете, эксперименты над населением, реформы так называемые проводить, дальше уменьшать население, потом удивляются, почему люди уезжают, почему люди умирают, да потому что вы довели страну и свое население, до да нищеты создали невыносимые условия для жизни, для работы, что люди просто не видят будущего в этой стране. И молодые, и среднего возраста, трудоспособные, самые лучшие люди просто уезжают за границу работать, остаются пенсионеры. Ну, учитывая пенсии, уровень пенсии нашего населения, пенсионеров, они просто вымирают, потому что не могут вовремя полечиться, в полном объеме полечиться. Просто идет деградация страны. Они дальше хотят проводить эти реформы. Ну, люди, я думаю, на ближайших выборах и президента, и парламента дадут оценку действиям этой власти, этих реформаторов. И я думаю, что как минимум многие из них понесут политическую ответственность за свои действия, за последние годы. Вы верите за политическую ответственность, что она будет Ну а люди же, когда нашей кидают країне... вкидают бюллетень, вот и есть политическая ответственность. Ну да, ну... Хотелось... Дальше, хотелось да. бы по этому вопросу. Смотрите, нам рассказывают, в Украине там, применяют формулу Дюссельдорф плюс, хотят Роттердам. приравнять Рот... Дюссельдорф по газу. Роттердам это по углю. Ага. По газу мы купляем типа газ э, в Дюссельдорфе на хабе. Сразу и так, цену приравнивают. Вот они хотят выровнять 11 там, с копейками гривен сейчас для промышленных, и они поднять для населения. Хотят на протяжении 18 и 19 -го годов. Вот они хотят догнать mm -hmm. эту цену. Но ведь надо сказать, что у нас, согласно действующей Конституции Украины, недра, в том числе природный газ, Належит кстати, народу. очень большое количество добывается на территории Сумской области. Он принадлежит народу Украины, народу Украины, не государству и тем более не монополисту нефтегазу, коррумпированному, где процветает коррупция, нецелевое использование, злоупотребление, покупают там бронированные машины за миллионы гривен выплачивают миллионные зарплаты, премии. миллиардные премии. Ну, с каких делов? То есть, вот в прошлом году нефтегаз отрапортовал. Мы получили чистой прибыли 27 миллиардов гривен. Это уже своровали все, что можно своровать. И еще и чистой прибыли получили 27 миллиардов. Скажите, а людям что от этого? Что они получили 27 миллиардов прибыли? Пусть бы лучше миллиард получили прибыли, а те деньги уменьшат цену. Поэтому... Вот мы предлагали, некоторые заявляют, что это популизм. Ну какой популизм? Вот в Украине добывается каждый год за цифра, это официальная цифра, УКС, ДРАНС, ГАЗА. Это компании, которые транзитируют газ. Тут все цифры есть. Вот выдобыто в прошлом году, в 2017, 28 миллиардов метров кубического газа. Население спожило. В том числе 15, предприятия ТКЕ и население. 15,8. 11,2 населения и 4,6 предприятия ТКЕ. 15,8. Скажите, нам своего газа не хватает? Зачем достанет? нам импортный? Это недры принадлежат народу. И в первую очередь эти, этот газ должен пускаться на нужды населения. Как всегда было. И при злочинных владах, и при демократичных всегда этот газ пускали в первую очередь населению. Дальше. Себестоимость этого газа по данных... У газовое добывание с учетом налогов, ренты, зарплат там, и все остальное, в том числе инвестиционной составляющей, становит около 3 гривен за метр кубический. Около 3 гривен за метр кубический. Нам его продают населению сейчас. 6,96. У меня вопрос: куда и кому идет эта разница сейчас? Колоссально. И разница. куда она будет идти, куда еще увеличить цену? опять куда-то будут нефтегазами закупаться и все остальное раскрадаться там. Ну зачем это людям? Это государственная полностью компания. Есть еще компания «Нафтогаз», где контрольный пакет государства. Газ это должен пускаться населению, и тогда можно эту цену без популистских каких то а я уверен, что после смены этой власти так и будет. Цена на газ для населения уменьшится как минимум в два раза. Это 3500 сейчас элементарно можно цену установить, и это будет еще хорошая инвестиционная составляющая газодобывания, которая будет вкладывать в развитие. Нам же рассказывали про вкладывание в развитие. Ну, где да, увеличенная добыча? Пока еще не мая. Где? 28. Не увеличилась добыча, ну там чуть-чуть увеличилась. Поэтому, то есть сегодня уже можно опустить эту цену в два раза, и это будет вообще не накладно. Просто нефтегаз не 27 миллиардов чистой прибыли получит, зарплаты там на миллиардные будут, а просто чуть-чуть, как говорится, все затянут пояса. Оттянуть поясочки. Да. Можно еще, есть табличка такая интересная, поревняння средних заработных плат, опять же, средних. Как mm -hmm. я и говорил, полмиллиона у чиновников и 2000 у простых украинцев. Вот, вот что выходит, 237 на сегодня евро это в Украине и, например, 3800 в Германии. И нам эти сегодняшние реформаторы будут рассказывать, что цена должна быть однаковая на газ Ви спочатку приведіть доходи населення в соответствиї з цінами на жилищно-комунальні услуги. От в чому і проблема. Тому треба комплексно брати не тільки ціну на э, жилищно-комунальні услуги, а брати і доходи населення. Ну, Микола Грович, транш МВФ це ну, якби підтримка чинної влади, да, і от вони на, заради цієї підтримки, ну, я думаю, зневажать ці всі цифри, які ви називаєте, які дійсно є об'єктивними і ну, у якихось речах навіть катастрофічними. Я думаю, что сегодняшняя власть насколько залезла в долги, в том числе отдавать надо... Ну, Гройсман там рассказывает, что там другие долги понабирались, там Юлия Владимировна, другие. А оказывается, и он-то набрался... Но наибольшие борги как раз за эти остальные Так вот в чем же, но ну, он же этого не рассказывает. что я не 220 долларов на каждого украинца, в том числе на немовля. То есть в других, в других странах, где добывается нефть, газ, при рождении ребенка там дают там... 10-20 тысяч долларов и потом еще и квартиры и все остальное. А у нас только родился человек уже должен 50 тысяч гривен. То есть понабирались как собака-блох э, долгов, а теперь говорят, так вы же теперь все должны. Ну зачем брать этот э, очередной транш? Понятно, что э, для пополнения золотовалютных резервов золотовал, 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 то и надо брать, там проценты нормальные, ну только же вы пускаете их в экономику, чтобы реально кредитовался э, реальный сектор экономики, Предпринимательство, щоб економіка розвивалась, а не за що інфляції, там щось наповняти бюджет. Ну, а от про економіку, от ви сказали, що для, для промисловості ціна буде ще вищою, і, і от ми візьмемо сумохімпром, да? він працює з використанням газу. Якщо ми візьмемо малі підприємства, да? от невеличкі, там середній бізнес, вони також може використовувати частку газу у своєму виробництві, сьогодні це означає, що вони або мають підняти ціни на свою продукцію, або закритись. Тобто ми отримуємо ще армію безробітних додатково з тих людей, які створили бізнес, які платили податки державі. Мало того, що податкування для них невигідне. Плюс ще така ситуація. Ну, якщо взяти хімпром, то там ситуація, понятно, там сильно не переложиш, тому що основні конкуренти Хімпрома – це російські праводії. Якщо для них газ там відпускають по 70-80 доларів за тисячу метрів, ну, кубічно, то для наших да. виходить, там 400 тяжко конкурувати. Когда это на Химпроме еще ситуация, там э, газ составляет где-то 30 процентов э, в продукции, да? Uh -huh. А если взять там ривный азот, то Черкасы, то там вообще там 70 процентов газа это в стоимости продукции, и поэтому они фактически стоят и предприятия украинские. Для этого на поддержка государства. А если по предпринимателям, ну это же, я не знаю, я думаю телезрителям и всем понятно, что а переложится все это поднятие цен, то ли промышленным, то ли предпринимателям, на конечного потребителя. А кто конечный потребитель? Мы. Подорожают товары, услуги. И мы видим сегодня уже бензин 32 гривны за литр. Ну это же вообще ужас. И этот бензин еще не отвечает нормам там евро 5, евро 6, как в Европе. Цена уже почти как в Европе, а стандарты же... І що й не долівають, і все останні там програми знімали теж по цьому вопросу. Угу. Ну, ми ще трошки повернемося до ціни на газ. Зараз переходимо до теми субсидій. У 2018 році українцям видали. Вдвічі менше субсидій, ніж за 2017 рік. От дивіться, з січня по липень виплати отримали близько 2,6 мільйона родин, а це на 50% менше, ніж було за аналогічний період 2017 року. Ну, ключове це те, що травнева постанова Кабміну про зміни до порядку призначення субсидій відсікла шалену кількість людей просто від отримання цієї державної допомоги. І от ми говорили, що зросте ціна на газ, і це ж ну, однозначно потягне за собою нездатність людей платити. За цей газ і потреба в державній допомозі. Але ми тут натикаємося на ці юридичні перепони, тому що поставили таких е, людей, які потребують субсидій, в рамки такі, що вони не можуть її отримати. От прокоментуйте це. Та й тих людей поставили на уровень нижчих. Є цілком українців. абсурдні вимоги, але вони через це не можуть люди. Да, да. Ну, тут же абсурднає взагалі. Тобто, є задовлечені за услуги ЖКХ 40 мільярдів. Тобто сьогодні навіть не можуть платити. Есть 50, 59% населения Украины получало субсидии. Куда его дальше поднимать? Это просто катастрофа. Есть, шо, или на отсекать население, дополнительно там, принимать какую-то постанову. Но это, что они приняли в апреле 339, это вообще абсурдно. И от куча жалоб, обращений людей. Ну, например, живет одинокая мать, трое детей. Эти дети от разных мужей. То есть она там 10-15 лет назад развелась с этими мужами через суд, решение суда показывает, все законно. Дальше, показывает, что эти бывшие мужья проживают вообще и прописаны в других местах. Нет ей этой одинокой матери, считают доходы этих бывших мужей, они же говорят, ну ребен... дети же общие, надо же доходы считать. Ну то есть чиновники, им все по барабану, это а в тупую выполняют постановления, не разбираются, как говорится, до истины. Ну, я еще понял, если бы доходы там алименты или платятся, не платятся, а доходы от алиментов брались в доходы этой одинокой матери. А так берутся все доходы. Но ну, это абсурд. Ну и много других, то, что мы не раз как бы обсуждали, в том числе и в, в этой студии, что ну, там куча абсурдных моментов. И её надо это постановление отменять. Я думаю, что мы пикетировали там и кабинет министров встречались. Ну, ации влады пока ещё не встречались с вице-премирами и министрами социальной политики. Они как бы обещают, что до 1 октября мы внесём изменения, облегчим там кое-какие моменты, отменим то, что абсурдное. Ну, у нас же власть много обещает, а молодёжь. Але ж якщо вони десь у жовтні прийдуть якісь зміни, але ж людина має подати документи, ці документи мають розглянути. Ну, вони... При... Вот мы с 1 октября будем... То, что задним числом, задним буду... числом... Ну, это, в принципе, они делали не раз, так можно делать. Но вопрос же ну, абсурдно в целом. Есть задолженность 40 миллиардов, есть 59% на субсидии. Не хватает в державном бюджете на субсидии, они урезают людей. Вы поднимете цену, во-первых, это постянет цены на все остальное, но увеличится количество получателей субсидий. С бюджета надо выделять деньги. Ну, зачем это делать? Щоб нефтегаз Газ не 27 мільярдов, а 47. І куда то вывел потім в лафшори. Ну, це ж населенню це не Угу. Микола Григоровичу. Така цифра, скажімо, неприємна прозвучить. От я просто як коментар. Коли ввели з 1 липня цього року реєстр одержувачів субсидій, міністр соцполітики Андрій Рева пояснив, що оці. Реєстри, оці умови, які от поставили там зміни до постанови, да завдяки цьому виявили 20 тисяч громадян, які отримували субсидію. Живучи ну зареєстровані були у кількох регіонах, і от наскільки от це цинічно звучить, 20 тисяч вони виявили і поставили мільйони от в таку ситуацію. Ну, по нашим подсчетам, вот этим постановлением, майским 300, вернее, апрельским 329, отсекли в районе двух тысяч, двух миллионов человек от субсидий. То есть там, в, этом, в том числе, там же абсурдная вещь, 340-480 гривен задолженностью у тебя есть, ты лишаешься субсидий. То есть тебе платежку вовремя не принесли, ты не проплатил, Задолжены, все, лишают субсидий. Потом бегай там, объясняй. Ну, ну 20 тысяч на миллион, ну это, смешная ну, это цифра, смешно, да? смешно. Во Во-первых. Во-вторых, так вы же для этого управления социальной защитой должны проверять вместе с остальными государственными органами те данные, которые подают люди. ж повинні перевіряти, уточняти і все вас же це право є. Давайте ще згадаємо, що е, в цьому році, якщо я не помиляюсь, зменшились соціальні норми, на які нараховується субсидія. і зменшились самі суми субсидій. Якщо торік була 300 гривень в середньому, то сьогодні це 200. Тобто, ну також вона ж ну мало покриває да, оці витрати, які зросли дуже суттєво. Ну, те ж з тому, що що це не виросли. как. То є, ну, одно діло 200 та. там гривень субсидії там три години назад, друге діло 200 гривень зараз, коли все в 3-4 рази виросло. Вот в чем еще проблема? Ну выходит, если человек або буде мерзнуть, если она не сплатит за газ и не дадут ей субсидии, або, ну я не знаю, ну, выходит даже если на смотрите, пикеты. Даже если хорошо, берем проблема даже же не в субсидиях. Я в своем говорил, что проблема это соотношение доходов семей и э, и вытрат на жилищно-коммунальные жилищно услуги. Mm -hmm. Вот если возьмем простого пенсионера, которые строили заводы, города инфраструктуру нашу, вышли на заслуженный отдых, получает полторы тысячи гривен. Образно. Две тысячи, полторы тысячи. Ну, это да? так дверь, так да. так Отнимаем от этой суммы 15% то, что обязан он платить за жилищно-коммунальные услуги. И что хочется задать у власти? За 1250 гривен можно человеку прожить при нынешних ценах? На лекарства, на товары первой необходимости, на продукты. Как человеку выжить? Вот в чем вопрос. Параллельно же у нас же законодательство действующее предусматривает, что э, уровень доходов населения должен соответствовать уровню э, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И сначала поднимать должны доходы, а за ним подтягивать тарифы на жилищно-коммунальные ну, услуги. Уже Это действующая появился. норма кстати. Да. Никто же ее, то есть тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать уровню социально-экономического развития и доходов населения. Ніхто ну у нас на конституцію плюють закони та тим болі, угу. Микола Григорович, Ну в зв'язку з цими темами, що ми обговорили, власне, друга половина вересня це вже та ем, той період, коли мають бути готові всі служби, всі системи, всі будинки, всі підприємства до початку опалювального сезону. От завжди там штаби працюють, обговорюють цю підготовку. На якому етапі сьогодні ця робота ви в житлово-комунальному господарстві добре орієнтуєтесь? Може, є проблеми, які припустимо не дуже озвучуються, але вони дуже суттєві. От як буде проходити опалювальний сезон? Ну, в принципі, основна проблема, якщо взяти скажімо так, образование, заклади охорони ну, здоров'я, там все нормально, да. в принципі, більше-менше. Да, есть проблемы, там технические, но ну, там более-менее. Вот проблемы основные — это ЖЭКи. Частные, там, коммунальные. В том числе, вот смотрите, сегодня с 15 числа по действующему законодательству все работы должны прекратиться. И с 15 до 25 числа должны составляться акты готовности тепловых хозяйств и акты комплексной готовности жилых домов. И тут очень большая проблема. Проблема, прежде всего, в Конотопе, власти фактически не было, и никто нормально не готовился. Проблемы есть по Глухову, проблемы по Сумах. И тут надо сказать, что некоторые чиновники, в том числе Сумской областной администрации, ну, ненадлежащим, скажем так, способом контролируют все это. В том числе и государственные контролирующие органы не принципиально относятся к подготовке к зиме, в том числе ЖЭКов и городских властей. Поэтому Главное, чтобы сейчас не занимались чиновники липовой, скажем так, напи липовым написанием этих актов готовности. А сделали все, что положено по действующему законодательству, да, доделали еще есть срок, но потом будет как бы контролировать уже инспекция энергонагляду. И чтобы мы стабильно э, прошли отопительный период, и все системы жизнеобеспечения населения э, работали стабильно. Но есть проблемы. И, скажем так, тут вина есть и городских чиновников, но и, э, скажем так, чиновников областной государственной администрации, которые согласно действующему законодательству должны э, контроль осуществлять над подготовкой к зиме, выполнением норм, правил, стандартов этого в этой сфере. Ну, с своего боку, вы, как депутат областного рада, можете через депутатскую комиссию также делать запросы и контролировать эту ситуацию, так? Да, мы контролируем, участвуем вместе с областной администрацией там, в штабе по подготовки к зиме. Как бы, ну, есть проблемы, ну, они, в принципе, решаем. Сейчас, я думаю, канотоп подтянется, потому что, ну, проблема такая Все силы да, теперь да, туда Все да? силы, да. По сумах есть вопросы, ну, я думаю, они решаемые, в принципе, в принципе, решаем. Угу. Ну, дякую за розмову, за розгорнуті відповіді, за ці цифри, які ви е, показали людям. Тобто, зараз тепер інформація для роздумів. Ну і з, з, нагадаю ще раз, що сьогодні в нашій студії працював Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради від фракції Опозиційний Блок. Ми говорили про е, проблему газових цін, про субсидії і про підготовку області до зими. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.